В отдел военного комиссариата ребята приходят по повесткам. Медицинский осмотр все уже прошли, остается встретиться с членами призывной комиссии, по решению которой одним предоставляется отсрочка, других направляют на дополнительный медосмотр. У кого и здоровье, и документы в порядке, готовятся к призыву. Работа комиссии расписана в соответствии с графиком, который утверждает ее председатель, глава администрации города Борис Беляев. С каждым он беседует лично, где хотят ребята служить, как настроение и готовы ли идти на службу. Члены комиссии обращают внимание не только на состояние здоровья призывника. Учитывается его физическая подготовка, образование и многие другие критерии для того, чтобы определить его в те или иные войска. Родители, как в предыдущую кампанию, имеют право присутствовать в работе комиссии. По словам начальника отдела военного комиссариата, осенний призыв 2016 года практически не отличается от весеннего. Родители могут присутствовать на заседании призывной комиссии. Ребятам, соответственно, кто будет уходить в ряды вооруженных сил, будут выдаваться сим-карты. Это позволит родителям поддерживать связь, и родители могут общаться с детьми. Настроения ребят разные. Одни еще не готовы служить, другие воспринимают это как неизбежный факт. Но есть категории юношей, которые, наоборот, стремятся в армию. Это нужно, так как все-таки армия – это социальный институт, как никакой, и его нужно пройти. Он формирует личность, характер и так далее. Поэтому он играет одну из немаловажных ролей в жизни человека. Считаю, что нужно идти служить, долг Родине отдать. После учебы, после университета, естественно. А что дает, не знаю, опыт какой-никакой. Первая отправка в ряды вооруженных сил России планируется 27 октября. Призыв продлится до конца года. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, новости.